Первый раз, когда я прогонял презентацию, получилось 1,5 часа. И я не представляю, почему я так много и долго рассказывал. Мне пришлось очень много сокращать. Где-то я буду бежать и говорить то, что вот там есть ссылки, посмотрите, там интересно. Следующее, что хочу сказать. Название достаточно странное. Ответ на него будет в середине. Это для того, чтобы не терять концентрацию и найти ответ, почему он так называется. И еще Егор посоветовал мне сократить презентацию следующим образом. Знаете, стандартный сайт, где написано, кто я такой, бла-бла-бла. Он мне сказал, типа, убери, и так все знают, кто ты. Я ему не поверил, но тут я съездил на Kotlin Conf в Амстердам. Ко мне подошел какой-то парень, просил сфоткаться. Я подумал, ну ладно. Раз со мной хотят сфоткаться, значит, наверное, действительно обо мне рассказывать много не надо. Но тем не менее, я такой сайт оставил не потому, что я хочу рассказать все, а потому что здесь просто есть ссылки, которые вам, возможно, в будущем пригодятся, если захотите переходить. Так, о чем же я расскажу? План у меня будет такой. Состоит из 4 частей. Сначала я скажу вообще, зачем задумываться о том, чтобы пилить приложение в одном Activity, почему старые подходы нас не устраивают, почему они вас должны не устраивать. Потом я расскажу о таком подходе, который устроит всех, что к нему не придерешься, не будет такого, что «Ой, вот это мы могли сделать, теперь не можем». Потом мы быстренько, вот очень быстро пробежимся по кейсам, что у нас получилось. А в конце я скажу о тонких местах, о которых мы уже настолько привыкли подкостыливать, что даже не задумываемся. А здесь придется задуматься, потому что подход принципиально новый. Поехали. Почему Single Activity? Первое. Сколько здесь Android-разработчиков? Здесь есть не Android-разработчики? Вот, поднимите руки. Окей, не так много, поэтому я не буду разжевывать почему. Тем не менее. Запуск стандартного приложения, классического, в котором много Activity, как у нас выглядит. Как все знают, да, сначала он запускается, создает класс Application, у него вызывается onCreate. Это не так интересно, самое интересное дальше. Запускается Activity с простым жизненным циклом, все его отлично знают. Самое интересное происходит тогда, когда мы, так как в нашем, я говорю, стандартном подходе несколько Activity, мы кликаем на что-то и переходим на другой Activity. Что происходит? Первая Activity у нас сначала ставится в паузу. Потом у нас происходят жизненные вызовы на другом Activity. Первое Activity, ну, на втором Activity вызывается Create, Start, Resume, а потом только первое уходит в стоп. Когда мы нажимаем назад, происходит следующее, что та Activity, с которой мы уходим, ставится в паузу. На предыдущем Activity вызывается callback, Start, Resume, и потом первое дестроится. Что здесь странного? Вроде все понятно. Давайте изобразим такой абстрактный лог наших событий. Что происходит? Вот, пробел между логом — это тогда, когда мы кликнули на какую-то кнопку. Вроде все понятно. Если посмотреть документацию, то по документации наше приложение видно пользователю вот в этих 2 местах. После он resume считается, что мы показываем пользователю, вот прямо он может взаимодействовать с тем, что на экране, с нашим приложением. И часто от бизнеса требуется такая задачка. Нам нужно поддержать режим, когда приложение на экране. А что происходит между вот теми 2 местами, где оно на экране, никто ничего не знает. То есть реально у нас Activity запустилась или не запустилась, или мы свернули приложение, или мы свернули, прибили. То есть вот реально понять невозможно. А вроде как мы переходим с одного экрана на другой. И что это задача? Это, например, там, держать сокет в каком-нибудь чате. Если мы будем строить чат приложения на Activity и переключаться между ними, то непонятно, когда нам этот сокет на самом деле закрыть. Проблема сложно решаемая. И все костылят, я вам скажу. Если у нас Single Activity, то все просто. У нас жизненный цикл нашего Activity — это жизненный цикл нашего приложения, чего мы не имели вообще, когда делали приложение на разных Activity, потому что в классе Application нет жизненного цикла приложения. Соответственно, вот эта простая картинка, всеми любимая, становится жизненным циклом приложения. И тут мы можем прямо к ней привязывать любую бизнес-логику, считая, что эта бизнес-логика связана с жизненным циклом приложения. Следующая интересная вещь — это запуск Activity. По сути, это просто отправка интента куда-то туда, в космос. И кто, когда его выполнит, это неизвестно. Я постоянно замечаю, когда у меня телефон что-нибудь выполняет, не знаю, особенно когда ставит приложение с Play Market, и я попытаюсь там переключаться между Activity и какое-нибудь приложение, это происходит реально с задержкой. А иногда бывает такое, что я пытаюсь позвонить в телефоне, не звонит. В горах был, было холодно, убрал в карман, потом мне мама говорит, что-то я слышал, как ты ходишь. Вот, очень странно. Выглядит следующим образом, типа, эй, Android, открой мне экран. что происходит, непонятно. С фрагментами, опять же, все просто. Почему фрагменты? Потому что я придерживаюсь мнения, что не нужно изобретать собственные велосипеды, там на вьюхах или что-то, кондуктор использовать, там тоже кто-нибудь что-нибудь испортит. Я стараюсь использовать стандартный стэк, но так, чтобы он работал правильно. Поэтому я говорю о фрагментах, хотя подход можно делать и на вьюшках. Так вот, фрагменты, как вы знаете, можно переключать и синхронно, и асинхронно. Асинхронно тогда, когда мы хотим, чтобы несколько экранов открывать подряд, чтобы ничего не подлагивало. А синхронно тогда, когда надо жестко дождаться, когда задача выполнить с переключения экранов. Соответственно, управление этими транзакциями все, наверное, знают. Commit, если асинхронно хотим выполнить. Commit now, если асинхронно, но в бэкстэк не кладем. И если нам нужно и в бэкстэк положить, и асинхронно, мы можем вызвать execute pending transaction. Теперь о следующем. Представь такую простую задачу. Нам нужно узнать, какая длина стэка экранов в нашем приложении. Неважно, какую бизнес-логику на этом хотим завернуть. Или хотим вернуться на какой-то конкретный экран в стэке. Если это Activity, как это сделать? Узнать стэк? Не знаю, накостылить где-нибудь счетчик экранов, который не факт, что будет работать правильно, потому что, как вы знаете, Activity можно сложно запускать. Вернуться на конкретный экран. Кто-то вспомнит, что есть флаги в интенте, типа, опа, поставили флаг, у нас такой экран уже был, супер, мы на нее вернулись. А есть таких экранов несколько, и мы хотим вернуться на первый экран, если их несколько. Какой нам флаг выставить? Кто-нибудь знает? Никто не знает. По поводу флагов интентов, я вам скажу, это абсолютная магия. Потому что если мы пойдем читать, как они работают, у нас есть флаги в интенте, которые мы можем указать при создании интента. Их можно классно смешивать между собой. Есть флаги в манифесте, которые мы можем указать, потому что каждый Activity мы должны зарегистрировать в манифесте, и они будут смешиваться с этими флагами. Мы можем указать intent-фильтры для каких-то там диплинков, еще чего-то, и они будут смешиваться с флагами, которые мы укажем в манифесте, и еще с флагами, которые мы можем в интент прокинуть. Ну и, наконец, вообще жесткая вещь — это мультитаски на Activity, которые вроде как есть, и никто до конца не знает точно, как их правильно использовать. Иногда спасает, но лучше вообще не использовать. В результате мы видим такое прямо комбо, из которого получается то, что мы вообще не представляем, что у нас происходит, когда мы переключаем экраны. И мы можем только догадываться, что произошло на самом деле, никто не знает. С фрагментами все просто. У нас всегда есть доступ к списку фрагментов, которые лежат во фрагмент-менеджере, и к тем транзакциям, которые мы делали. Мы можем их изменять, проверять и так далее. Может, кто-то знает, есть такая библиотека Cicerone, но речь не о ней. Там есть сэмпл, и вот видите, в сэмпле наверху у нас отображается текущее состояние стэка. Можно посмотреть, как это сделано, и оттуда достаются прямо из фрагмент-менеджера фрагменты, и у каждого фрагмента просто берется статичное поле с его номером. Элементарно. Хочу отметить, что в последней версии саппорт библиотеки почему-то доступ к фрагментам в фрагмент-менеджере закрыли. Не знаю почему, там причины наверняка есть. Ну, на самом деле, не так часто нужно, тем не менее, мы же Java-разработчики, в сердце у нас рефлексия есть, все дела. Дальше о проблемах. Как вы знаете, Activity только одно на экране. Ничего с этим не сделаешь, а бизнес требует, чтобы у нас, там, не знаю, мастер details был, еще что-то. То есть мы хотим экраны иногда показывать по отдельности, иногда вместе. На Activity это сделать не удастся, так что нам придется все равно использовать фрагменты, хотим мы того или нет. То есть Activity — это не универсальное решение, все равно придется использовать фрагменты. Фигово, лучше что-то одно. У тестировщиков Activity могут умирать частично. То есть мы переходим на следующий Activity нашего приложения, предыдущее умерло. Это очень холиварная тема, потому что в документации как бы сказано непонятно, и приходилось проверять на практике. И сколько раз не проверяли, всегда оказывается, что в жизни такой кейс никогда не происходит. Вот кто-то мне сейчас не поверит, но в жизни умирает только весь процесс Android. То есть если вы открыли с одного Activity другое, начали тут, не знаю, там битмапы выделять в памяти, память заканчивает система, она рушит у вас вокруг все другие приложения, ваш лаунчер грохнется и так далее, ваше приложение будет жить до последнего, ну а потом рухнет все целиком. Прошлое Activity не выгрузится из памяти. Вот так. Это практика, мы проверяли, действительно оно так. Вот Денис со мной хочет поспорить, потом. Я поспорю с удовольствием, потому что это так. Дальше, из минусов. Activity — тяжеловесная сущность, у нее огромный исторический багаж, оно тянет там за собой всякие штуки, чтобы работать с лоудерами, с экшн-баром, с меню, когда даже если вам не нужно, вам все равно придется загрузить этот код, и он у вас там будет в памяти висеть, зачем это нужно. Анимации переходов между экранами. Сейчас все больше говорят, ну, всегда говорили, что надо делать красивые анимации, это классно продает приложение, если забыть вообще про синхронность переходов между Activity. Вот такое сделать легко. То есть, но зачастую дизайнер скажет, ну, что это такое, это прошлый век. Кто-то вспомнит, о, Google же показывал, что можно вот так вот. Действительно, так можно. Даже на Activity, вот насколько я знаю, вот эта штука, там, по крайней мере, у Google написано, что она сделана на Activity, но все фигово, потому что она только вот так может работать. Если вы захотите хоть что-то поменять, вот такое вот кастомное, ну, понятно, может что-то найти, что сделать не удастся с помощью транзишенов, сделанных на Activity. С фрагментами же все максимально гибко. Да, это непросто. Никто не говорит, что просто, вообще анимации делать сложно, но с фрагментами вы можете опуститься прямо на иерархию вьюшек и сделать прям самую космическую анимацию. Чтобы доказать это, есть такой сайтик с Android-экспериментами. И вот смотрите, обратите внимание, вот это все, это обычная верстка в XML-ке, и оно анимируется. И это просто фрагменты переключаются между друг другом. Я залезал туда внутрь, и да, там как бы много кода, там нету магии, там на конвасе вьюшки отрисовываются, там сделан какой-то рендеринг такой трехмерный, но, по крайней мере, это работает, и это обычная верстка, обычные фрагменты. Делает долго, но возможно. На Activity такое сделать вообще невозможно, потому что нет общего контейнера, в котором вообще не переключается там Windows и система. Ну и, наконец, профит за Single Activity, то, что Google сам как бы намекает, что давайте использовать, там, тем более с Navigation компонентом, который я представил, именно в описании от Navigation компонента, там вот у меня подчеркнуто, что используйте, пишите приложение в одном Activity. Подытожим, что мы имеем. Есть у нас на Activity, у нас нет жизненного цикла приложения, у нас асинхронный запуск экранов, никто не может гарантировать, как он запустится, у нас нету стека этих экранов, она только одна на экране, смерть частей приложения в тестовом режиме, тяжеловесность, анимации непонятно, как делать, сложные и так далее. Ну и против рекомендации Гугла мы обычно, конечно, все идем, но тем не менее. А здесь у меня были вопросы, но так как я не укладываюсь, это риторические вопросы. Вот. И если бы я вас спрашивал, я бы ожидал одного вопроса. Типа, ну, кого не убедил, кто-то сказал бы мне, что, если ты говоришь про фрагмент, у него сложный жизненный цикл. И это, я считаю, не минус фрагмента, это плюс, потому что жизненный цикл — это не то, что вы обязаны реализовать, это не абстрактные какие-то методы. Это сообщение системы, что что-то произошло. И, соответственно, надо, переопределили метод и узнали о чем-то. Не надо, не переопределили. Используйте то же самое, что есть в Activity. Никаких проблем. Идем дальше. Если все так плохо с Activity и все так хорошо с Single Activity, то почему до сих пор все не переписали свои приложения и новые не пишут? То есть до сих пор с людьми разговариваю, начинают на Activity, потому что… И тут один мой хороший знакомый, как раз-таки в тему о названии доклада, сказал такую штуку, что Single Activity — это вот как лицензия на болид. И если она у тебя есть, то ты летишь по трассе быстрее всех, всех обгоняешь, все прекрасно. Но вот если у тебя нет, и ты сел в этот болид, то лучше, чтобы поворотов и никого повстречу не попадалось, потому что катастрофа. И вот мой доклад как раз о том, чтобы дать вам эту лицензию, грубо говоря. Я надеюсь, я вам сейчас опишу такой подход, после которого вы любую задачу, которую вы понимаете, как решить на Activity, элементарно сможете решить внутри Single Activity. Поехали. Приложение не мое. Почему я его использую? Потому что, пользуясь им, я понимаю, что оно сделано на Activity. Просто по классическим анимациям и так далее. Что можно как бы визуально понять? Что, скорее всего, главный экран — это Activity с двумя фрагментами, да, выезжающая менюшка и фрагмент с контентом. Есть Activity с авторизацией, Activity с какими-то там настройками, еще с чем-то. Возможно, там внутри есть фрагменты, нас это особо не волнует, то есть, ну, это не важно. Написали мы верстку прямо в Activity, либо вставили в контейнер Activity, туда внутрь фрагмент. Классическое приложение, я думаю, многие из вас писали, я сам писал такие приложения. Тут как бы все понятно. Как же нам его перепилить в одно Activity? Сделать, класс Application, который обычно есть для того, чтобы инициализировать там какой-нибудь Dagger граф или еще что-нибудь. Магия. Мы берем, просто меняем application на наше Activity, а все Activity заменяем на flow фрагменты. Что это такое, я сейчас скажу чуть дальше. Больше ничего не происходит. На самом деле, по-честному, у нас класс application остается, потому что мы там все еще инициализируем какие-то библиотеки, еще что-то, потому что он нужен не только для Activity, а для сервисов там, и других компонентов Android. То есть остается одно app Activity, жизненный цикл, все плюсы, которые я говорил. А вместо всех Activity — flow фрагмента. Что делает App Activity? У меня несколько задач. Первое. В разметке. Это я объясняю подход, да, понятное дело, что вы можете от него отклоняться, но следуя этому подходу у вас точно не возникнет проблем. Отклонитесь на ваш страх и риск. В разметке есть только контейнер для переключения фрагментов. Больше ничего, никакого UI мы туда не вставляем. Вместо Start Activity, как мы раньше делали, когда нам необходимы были переходы между разными экранами, которые на Activity, мы теперь используем транзакцию внутри этого контейнера. У нас появился явный жизненный цикл нашего приложения, то есть мы можем использовать эти колбеки, куда-то их прокидывать. И мы в этом Activity можем проинициализировать какой-нибудь UI-скоуп, где модельки, которые нужны только UI. Как мы это могли сделать на разных Activity? Мы это делали в Application. Если у нас есть какая-то модель, которая нужна множеству Activity, и что у нас сервис запускается, и приходится какими-то флагами говорить, что а вот сейчас нам не нужны эти UI-компоненты. А если потом Activity появляется, что сейчас они нужны. Избавляемся от этого всего, делаем это в Activity. Ну и другие все бонусы, о которых я говорил в первой части. Что такое flow-фрагмент? Новая сущность, о которой надо подробно поговорить. Первое. Она полностью дублирует все то предназначение, за что отвечала Activity. Грубо говоря, у вас было Activity контейнером, внутри лежал фрагмент. Flow-фрагмент — это просто контейнер, внутри которого лежит фрагмент с контентом, который вы до этого сделали. Раньше у вас Activity, не знаю, содержал внутри себя скоп для фрагментов, которые внутри. Теперь flow-фрагмент делает ровно это же. Что еще делал flow-фрагмент? А это все. Ничего сложного. Он отвечает ровно за то, за что раньше отвечал Activity. И план прост, потому красив. Поговорим немножко про навигацию. Что было раньше, что стало? Раньше мы выбирали, вот у нас какая-то бизнес-логика, мы думаем, запустить нам Activity, либо запустить транзакцию внутри того Activity, в котором мы находимся. Сейчас выбор остается точно такой же из двух пунктов. Либо запустить какой-то flow-фрагмент, который заменяет Activity, либо запустить транзакцию внутри того фрагмента, в котором мы находимся. Такой абстрактный код. Раньше у нас фрагмент через какой-то там интерфейс, это не библиотека, ничего, это просто абстракция. Вызывал метод, типа запусти такой-то экран и передал какие-то параметры. И его обрабатывал Activity. Оно выбирало либо intent запустить, либо транзакцию внутри себя. Смотрите, левая часть, фрагмент, у нас вообще никак не поменялся. Он не знает о том, что там произошло. Появился flow-фрагмент, он получает этот вызов, и теперь он думает запустить транзакцию внутри себя, либо отдать это Activity, в котором находишься. Activity уже запускает только транзакции flow-фрагментов. Только за это отвечает. И в обратную сторону. Кнопка Back. Раньше у нас она всегда попадает в Activity, в Android так устроена, да. И мы либо сами ее обрабатывали, мы либо фрагменту давали, который сейчас на экране, либо сами обрабатывали, там выходили куда-то. Теперь кнопка Back попадает в Activity, от этого никуда не уйдешь. И мы также передаем ее flow-фрагменту, он ее передает своему фрагменту. И по цепочке обратно. Кто-то обработал хорошо, нет, значит обработал parent. Я думаю, тут всем понятно. Самый частый вопрос на эту тему. А что же делать с передачей данных между экранами? У нас же на Activity была такая прекрасная штука, как Start Activity for Result. Прекрасная, да. Куда мы можем в бандл положить только то, что сериализовали и так далее. Так вот. Мой такой важный совет. Не используйте эту штуку внутри своих приложений. Вы же сами пилите свое приложение. У вас есть application scope, у вас есть модельки, которые вы можете шарить между двумя экранами. Зачем вам их сериализовать в какой-то бандл и ждать ответа? Эта штука, скорее всего, была придумана для того, ну и от нее никуда не уйти, если вы будете запускать Activity внешних приложений. То есть запустили, вам нужно получить оттуда какой-то результат. Да. Тут ее использовать придется, и она для этого сделана. Внутри своего приложения не нужно ее использовать, то есть передавать данные на слой UI, потом опускать их опять в дата-слой, который, по идее, общий на ваше приложение. Но это какой-то неправильный подход. Как же тогда это делать? Из таких классических андроидных путей, опять же, если мы хотим на UI-слой какие-то данные передавать, мы можем воспользоваться таргет-фрагментами. Там раньше были баги с чайлдами и таргет-фрагментами. Таргет-фрагменты нельзя указать для чайлда и какого-нибудь обычного фрагмента, что логично, потому что только внутри одного контейнера должно происходить. Но такой путь существует, поэтому я о нем сказал. Можно использовать EventBus. Сейчас, наверное, половина зала решила, что я с ума сошел. Все знают, что если ты видишь зависимость EventBus в проекте, значит, его надо закапывать. Но тут плох не инструмент, а руки, которые вы используете. Если вы используете EventBus, под EventBus подразумевается нечто глобальное, да? Именно поэтому EventBus. Если вы используете для какой-то жестко ограниченной цели внутри вашей команды, вокруг которой вы смогли договориться, у вас команда из 3 человек, и вы каждый день повторяете утром, что EventBus только для передачи данных между экранами, оно сработает. Оно будет работать. Если у вас приходит новый человек, пора отказываться от EventBus, потому что кто-то когда-то через него передаст не то, что нужно. И, наконец, использовать другие подходы с общей моделькой, потому что она общая у вас на разные экраны. Например, реактивный подход. Реактивный подход подразумевает под собой, что вы что-то меняете, и кто-то получает изменения об этом через какую-то подписку. Неважно, там RX, колбеки, все что угодно. Реактивная модель — это просто подход. Из этих 3 вариантов, как бы, реактивной модели он наиболее правильный, потому что за данные отвечает слой данных, а не UI. И его проще дебажить. Подытожим. Мы заменяем Activity на Flow-фрагменты, сохраняя всю сопутствующую логику. Вот вообще. А чтобы не быть голословным, я пару недель назад, или 3 недели назад, у меня есть open-source проект GitFox, в котором было несколько Activity. Я думал, что так, наверное, будет лучше в будущем. Все дела. Потом я стал готовить этот доклад, понял, что действительно все, вообще во всех проектах надо отказываться от разных Activity. Я сам себе это доказал. Я сел за проект, я его делаю по вечерам, и за 2 вечера по 2 часа, то есть в сумме 4 часа, перевел с разных Activity на одно. Можно посмотреть, там меж-реквест один, там все видно, как это быстро и просто происходит. Ну, для тех, кто вдруг не понял, хочешь посмотреть, как это в коде происходит. Риторический вопрос. Поехали дальше. Посмотрим, что получилось в итоге. Рассматривать будем на стандартных бизнес-кейсах. Navigation Bar, Navigation Drawer. Как у нас выглядит? Я, опять же, буду говорить, очень быстро пробегу этот раздел, потому что в целом должно быть все понятно. Navigation Bar. Раньше у нас он был в Activity, теперь у нас внутри Activity лежит фрагмент, внутри которого Navigation Bar, который переключает внутри себя чайлды. Абсолютно аналогично, вообще похоже у нас Navigation Drawer, который внутри фрагмента, который переключает чайлды. Самое прикольное, что мы можем очень просто это совмещать. То есть в каком-то из левого меню фрагментов есть еще и нижняя штука. Все знают, там в Play Market такая штука есть, в GitFox у меня такая штука есть. Она работает прекрасно. У меня в анонсе доклада было сказано про DI. Тут на самом деле все очень просто. Если вспомнить классику, есть несколько экранов, да, там, например, совершение какой-то покупки. На всех этих экранах нужно помнить, что за продукты мы покупаем. Если экран у нас сделан на Activity, надеюсь, что так уже никто не делает, потому что, Activity в целом отвечает за какой-то user flow. У нас проблема, где сохранить модельку продукта, чтобы пользователь мог ее на всех экранах видеть и помнить, за что он платит. И тут сразу проблема. Я надеюсь, что так никто не делает, но проблема такая, что когда нам открыть скоп с этой моделькой, когда закрыть? Когда мы заходим на первый экран, мы открываем, когда с последнего выходим, закрываем. А если пользователь не дошел до конца, то надо закрыть его, когда выходим с первого. Непонятно, дизайнеры еще нарисуют вот так, и значит надо закрывать при выходе с любого экрана. Все понимают, что надо делать вот так. И привязывать открытие этого скопа с данными о продукте внутрь Activity. Элементарно. Меняем на flow фрагмент, вся логика остается той же самой. Мы привязываем scope к flow фрагменту, то есть к контейнеру наших экранов. Диплинки. Можно описывать маску перехода по диплинкам внутри манифеста, вот тех параметров, о которых я говорил. И манифест, сравнивая это каким-то образом, будет открывать необходимые нам Activity. Если мы меняем на наш новый подход, у нас теперь через манифест всегда открывается только одно Activity. И если оно уже открыто, то просто прилетит в new intent данные, которые попали в deep-link. Мы с вами архитекторы, поэтому эти данные просто отправим какому-нибудь deep-link хендлеру, он их распарсит, роутеру скажет, куда надо идти и каким образом, хоть там цепочку экранов открыть. Это новая фича, новая версия Cicerone, кстати, уже зарелижен. Тем не менее. И у нас откроется нужен нам экран. Тут есть интересный момент, о нем чуть дальше. Смерть процесса. Страшная сказка для молодых разработчиков. Activity, как раньше, у нас переход на 4-й экран, позвонила бабушка, мы с ней поговорили, девайс у нас старый, все сдохло. Весь процесс сдох и накрылся медным тазом. Наверное, Денис хотел сказать об этом, что когда мы вернемся в приложение, у нас как бы восстановится только последний экран. Да, так и будет. Предыдущие экраны восстановятся только тогда, когда мы начнем на них возвращаться. Классная оптимизация. А если бы ее не было, мы таки открываем приложение и ждем 5 минут, пока там все Activity восстановятся. Так и нужно делать. Но проблема в том, Если у нас на нашем последнем экране нужен был какой-то скоп, либо какие-то данные с предыдущих экранов, это вопрос об отсутствии общего жизненного цикла. С фрагментами история не лучше. Если у нас процесс сдох, а потом мы вернулись, мы окажемся на последнем фрагменте. А те фрагменты, которые были до него, что интересно, если мы будем логировать onCreate, он не вызовется. Но фрагмент на самом деле будет создан через тот самый дефолтный конструктор, рефлексию, все дела. Вот. И onCreate на них вызовется только тогда, когда мы начнем переходить назад. Но по поводу всех скопов и так далее, parent для этих фрагментов, у меня написано Activity, тут flow фрагмент должен быть, ну неважно. Ну app Activity тоже восстановится. Все parent восстановятся до восстановления того чайлда, на который мы смотрим. Поэтому все скопы будут открыты, все будет правильно, все состояние будет восстановлено как нужно. И последняя часть. Узкие места. Это то, где нужно быть внимательнее всего. Поворот экрана. Тоже такая классика, что типа, ой, это так сложно в Android, все дела. Нифига там сложного нет. Все очень просто. Сложно становится тогда, когда мы пытаемся решить какую-нибудь бизнес-задачу типа мы хотим сделать… Еще небольшая ремарка по поводу поворота экрана. Никогда не забивать. Вот говорят, у нас отключен поворот экрана, типа у нас все хорошо. Это все фигня, потому что под поворотом экрана это такая метафора. Все то же самое происходит с приложением, что и при повороте экрана, когда вы подключаете к телеку, когда вы делаете сплит window, либо все что угодно. Короче, когда у вас меняется конфигурация экрана, у вас точно так же пересоздается Activity и происходят все те же самые процессы. Поэтому в дебажных сборках никогда у нас на проектах не отключается поворот экрана. А в сборках для заказчика дебажных, либо для релизных сборок, когда не нужен поворот экрана, да, он блокируется. В дебаге он всегда разблокирован. Можно посмотреть, во-первых, резиновые сверстки, во-вторых, что мы все правильно обрабатываем. Уже есть десятки там библиотек, хороших решений, которые позволят вам проще это все обрабатывать. А теперь бизнес-кейс. Что если у нас Single Activity приложение, в нем там туча экранов, не знаю, какой-то магазин, да? Поворот заблокирован, нам нигде не нужно. Ну а заказчик говорит, а вот когда я захожу на продукт и смотрю его фотки, я их открываю в галерейку. Я хочу, чтобы пользователь мог повернуть, потому что фотки у него ландскейп, и он хочет, чтобы они на весь экран красиво смотрелись. В этом моменте нам нужно брать и поворачивать приложение. Можно придумать такой костыль от неважно кого. В общем, мы берем и не блокируем поворот нашего Activity. Говорим, что мы хотим получать колбеки о том, когда у нас поменялась ориентация. А взять и переопределить этот callback в нашем Activity и не вызывать супер. То есть мы не будем поворачивать наш экран ни при каких условиях. Все фигня, если у нас поменялась ориентация. Там config change прилетает много чего. А в остальных случаях вызовем супер. Это костыль, который причем не работает с 23-го API, потому что он заставит вас вызвать супер. Поэтому не подходит. Другой костыль. Почему костыль? Потому что мы уже говорили, несколько Activity приложений в нашем приложении — это реальная проблема. Другой костыль — это сделать для просмотра галереи отдельной Activity. Типа все приложение заблокировано, а в конкретном Activity мы берем и можем крутиться. Почему костыль? А потому что мы теряем весь тот профит, который я рассказывал все свое начало доклада. Со всеми проблемами, восстановление стейта и так далее. Очень много проблем. Поэтому это огромный костыль. Правильный подход, который работает, это меняем на лету. Мы берем и блокируем поворот нашего экрана для всего Activity. А когда запускаем нужный нам фрагмент, внутри этого фрагмента мы в рантайме, никто не запрещал, говорим, что а теперь мы можем крутиться. Здесь есть момент. Ну а когда выходим, говорим, что а теперь опять блокированный портрет. Тут момент, что надо понимать, что когда мы повернем, да, наше приложение, если мы делали add фрагмента, то есть у нас старый фрагмент под ним виден, то есть мы сделали там прозрачный или еще что-то, он тоже повернется. Ну как бы ничего там страшного нет, я считаю. И так реально работает приложение. Буквально позавчера обнаружил, что ровно так сделано в Airbnb Android-приложении. Оно не самое идеальное, но там вот именно так сделано. То есть, когда открываешь фотки, у тебя вдруг начинает все крутиться, а когда ты делаешь swipe to dismiss фотки, начинает прозрачный фон появляться. Я вижу, что предыдущий экран он повернут и выглядит горизонтально не очень красиво, потому что обычно так им не пользуются. Только возвращаешься, оно обратно возвращается в нормальное состояние. Следующий узкий кейс — это прозрачный статус-бар, который наверху Android. С ним тоже много интересного, потому что Где-то по дизайну у нас он прозрачный, там карта под него подлазит, фотки под него подлазит, все супер. А на каких-то экранах он не прозрачный, он просто какого-то цвета. А раз мы теперь с вами молодцы и пишем приложение в одном Activity, то статус-бар у нас один, и мы должны один раз с ним работать, а вот с ним уже как бы в рантайме работать не очень круто. Поэтому мы говорим, что статус-бар у нас всегда прозрачный. И где надо, мы просто возьмем и поставим либо какую-то вьюху с цветом, либо сделаем немножко правильней. Используем fit-system-window свойство у нашей верстки. И тут забавный момент. Здесь есть баг, что если мы переключаем фрагменты, я даже скажу так, это не баг, но просто об этом сразу непонятно. Если мы переключаем фрагменты с такой версткой, то он не сработает, то есть через фрагмент менеджер. Он сработает, если это фрагмент прямо статично описан в XML, если переключаем — нет. И на Stack Overflow есть простое решение. Мы оборачиваем в координатор. Да, один уровень вложенности добавляется, зато работает. Очень просто. Но это когда ищет решение, попадаешь вот на этот ответ на Stack Overflow, огромный ответ развернутый, где очень много интересных ссылок, я всем рекомендую. И о том, что будет сказано дальше, о том, как правильно это сделать, я тоже вам расскажу дальше. А это просто простое решение, за что мы любим Stack Overflow. Следующий пункт — это изменение верстки при появлении клавиатуры. С Activity мы могли сказать, где у нас нет клавиатуры, нам и пофиг. На Activity авторизации нам надо, чтобы у нас заресайзилась верстка, да, и там кнопочка вверх выползла, не осталась под клавиатурой и так далее. И мы просто описывали это внутри манифеста, как оно работает. А на одном Activity так сделать нельзя. Понятно почему. Поэтому всегда говорим, что наша Activity adjust resize. Просто в манифесте указали, что атака должна работать. Оно всегда должно чувствовать появление клавиатуры. Но если после этого посмотрим, что у нас происходит, обратите внимание на лейбл start. Нет клавиатуры. А тут есть клавиатура, и лейбл start уехал вниз. Почему? Потому что в Android и статус-бар, и клавиатура являются System Windows. И когда появляется клавиатура, у нас и сверху, и снизу начинает ресайзиться верстка. Вот такая хрень. И как ее правильно обработать? В том самом ответе на Stack Overflow как раз-таки об этом есть. И есть ссылка на отличный доклад про Windows Insight от Крис Бейна. Я всем рекомендую его посмотреть. Я не успею рассказать подробно. Короче говоря, у нас есть callback о том, что система пытается нам применить инсеты снаружи к нашему Windows, и мы можем его обрабатывать. Инсеты распространяются по дереву view от parent к child. Тут есть забавный момент. Если у вас в каком-то паренте лежит несколько чайлдов, и вы применили инсеты к первому, и он сказал: «Хей, я их обработал», до других они не дойдут. Особенность, баг фиг знает, но просто надо иметь в виду, есть статья на Medium на эту тему. Просто если вы хотите, чтобы все ваши паренты обработали применение инсетов, надо самому ручками прибежать по чайлдам и каждому сказать. Как это будет выглядеть в нашем случае? В нашем App Activity, единственном приложении, мы берем и подписываемся на callback о том, что система к нам применяет инсеты. Просто так не заработает, потому что мы прописываем callback после onCreate, а система уже применила к нам insert статус-бара. Да, потому что я говорю, insert — это и статус-бар, и клавиатура. Кстати, именно так нужно определять высоту статус-бара. Вдруг кто еще там хардкодит себе 54 dp и так далее, не делайте так. Есть телефоны, где это все у вас не сработает. Так вот, если мы вот так подписались, callback нам не придет при запуске приложения. Почему? Потому что мы должны сами ручками сказать: «Кинь-ка нам еще разок, что ты там нам сетил на запуске», чтобы мы об этом узнали. Вот. Таким образом мы получим инсеты, которые система нам применила, будем получать, когда у нас будет появляться клавиатура, да, и мы узнаем ее размер прямо правильно, а не захардкодим что-то и так далее. И дальше можем распространять по иерархии наших фрагментов, вьюшек, чего угодно. Все будет работать прекрасно. Обязательно посмотрите доклад про Windows Insight. Там все просто. Сплэш-скрин. Не такое узкое место, просто нужно помнить. Что такое хороший, настоящий сплэш-скрин? Это не то, что вы видите с анимациями и так далее, когда запускается отдельный экран. Под сплэш-скрином подразумевается тот цвет Windows бэкграунда, который вы видите при запуске вашего приложения. Например, в Google Keep, да, там какой-то белый цвет установлен. Мы туда не можем ничего добавить, кроме статичного какого-то цвета, либо drawable. Так вот, просто надо помнить, что раз у нас приложение на одном Activity, то наше приложение один Windows, и, соответственно, у этого window будет только один бэкграунд. Мы не можем его менять в рантайме. Это только на запуск нашего приложения. И если ваши дизайнеры рисуют один экран офигенно светлый, а другой офигенно темный, и по диплинкам вы открываете то светлый, то темный экран, а цвет бэкграунда у вас белый, то при открытии темного экрана будет блик с белого на темный. Просто надо как бы помнить, что бэкграунд один. Надо как-то подобрать и обсудить с дизайнером. И последнее. Запуск приложения из других приложений. Мы хотим шарить какой-то функционал, мы хотим расширить какие-то экранчики. Раньше мы, когда делали все на Activity, мы могли четко сказать: о, а вот это Activity, я могу описать, каким интентом его можно запустить, как оно вернет данные, его можно было запустить. Теперь у нас Activity одно, что же с этим делать? И это самый сложный выбор, наверное, будет с этим подходом, где надо будет прям включить голову и понять. Почему? В одном смысле у нас есть app-activity, оно одно. Соответственно, мы должны запускать его. То есть мы шарим между в Android-системе только activity. Мы не можем расширить кусочек. Ну, теперь там можем, но это не о том, это не полноценный экран. Так вот, app-activity. И тут проблемы. Представьте, что я сделал какой-то, не знаю, социальную сеть. Выдумываю на ходу. Не помню, какой пример хотел вам привести. Я в социальной сети дошел до n-ного экрана, начал писать комментарий, свернул, забыл, утром проснулся. В другом приложении что-то делаю, нажимаю на кнопку, которая должна открыть мое приложение и отобразить некоторый экран. Там просмотр какого-то профиля чужого. Запускается мое app-activity. Само собой оно было там сохранено, стоит, он восстанавливается. Открывается мой экран с моим комментарием. Ну, это пользователь не заметит, потому что поверх, у меня там обработка интента, все дела, открывается экран просмотра профиля. Все правильно, все как мы ожидали. Начинаются проблемы дальше. На Activity они, кстати, тоже есть. Как вы знаете, ну, точнее, если задуматься, что будет происходить по кнопке «Назад» или что должно происходить по кнопке «Назад». Мы должны выйти из приложения, или мы должны оказаться на предыдущем экране нашего приложения, на котором мы были. Это все зависит от бизнес-логики, чего хочет ваш заказчик. Там таксишное приложение показало вам экран отзыва по пушу. Мы по нему кликнули, и, например, оно не хочет, чтобы мы видели, или хочет главный экран приложения. А, да, еще мы можем показать главный экран приложения. Либо, я говорю, день прошел, неделя прошла, я нажимаю «Назад» и вижу недописанный комментарий. Хорошо это или плохо? Либо, если бизнес говорит, я хочу оказаться на главном экране приложения, я вскидываю всю цепочку, тоже не круто. Короче, очень много вопросов, как решить такой кейс. Почему сложный выбор? Потому что есть второй вариант. Да, сделать еще одно activity в нашем приложении. И тут вы скажете, ты противоречишь сам себе. У нас должно быть одно activity и точка, а тут мы делаем special activity. И я вам скажу, что это правильный путь, главное понимать, когда на него встать. Special Activity — это не экран вашего приложения. Это второе приложение, которое вы запилили специально для того, чтобы переиспользовать функционал основного приложения. То есть у вас есть App Activity — это основное ваше приложение, есть Special Activity, внутри которого вы можете переиспользовать flow-фрагменты, фрагменты вашего основного приложения. То есть это специальная штука для переиспользования, для шаринга функционала с другими приложениями. И здесь вы уже пилите все, что хотите, там по кнопке Back обрабатываете, либо возвращение на основное приложение, которое там что-то сохранило, либо через как раз отдельную таску мы будем вообще закрывать наше приложение и так далее. Главное, понимайте, что это сложный выбор, здесь надо подумать, и это не значит, что раз у вас 50 activity в приложении, это все special activity, и типа вы оставляете все как есть. Ну и заключение. Когда я спрашивал у ребят в архитектурном чатике, типа, какие могут быть вообще вопросы по поводу single activity, в том числе были такие возгласы из чата. Что по поводу багов? А как насчет перформанса? Ведь у нас там вложенность, хрен знает какая, друг в друга. Child фрагменты, ой, там же багов столько было. Так вот, я скажу так. Во-первых, child фрагменты починили, когда представили архитектурные компоненты, которые в том числе на них основаны. Потому что там эти view-модулы сохраняются как раз-таки через retain child. Ровно так оно и работает, поэтому Google напряглись и исправили проблемы, которые там реально были. По поводу перформанса, а по поводу багов. У нас уже есть не одно большое приложение, достаточно большое, сделанное с таким подходом, и там нету багов, связанных с этим подходом. Там есть другие баги, куда без них, но конкретно с подходом, вот так, что подход не оправдал себя, там есть критичная фигня. Таких багов нет. По поводу перформанса. Можно было бы сказать, что все то же самое, и, наверное, так оно и есть. Просто есть один момент, очень любопытный, который я обнаружил, причем не очень давно. У него есть решение, я его еще пока не реализовал, но вот возвращаюсь скоро на работу и буду этим заниматься. Смотрите, интересный кейс. У нас фрагмент, да? Это экран, мы реплейсим его на другой фрагмент. Первый фрагмент уходит в бэкстэк. Когда фрагмент уходит в бэкстэк, что получается? У нас сам инстанс фрагмента сохраняется, но дестроится его вьюха, очищается. Правильно, Android делает так, он молодец, он очистил память какую-то, необходимую для нашего приложения. Когда мы нажимаем назад, у нас опять инфлейтится весь layout. А inflate layout — операция долгая в Android. Если у вас верстка реально сложная, красивая, с вложенностью и так далее, а такие бывают, это будет занимать какое-то время. Может быть, оно покажет небольшим, там 150 миллисекунд. Но нажимая кнопку назад, я как разработчик это замечаю. Конечно, гораздо хуже, когда замечаю я в Activity, нажимаю кнопку назад, и ничего не происходит. Но здесь тоже вот эти 150 миллисекунд, они могут подбежать. Ты думаешь, у тебя же там уже был layout создан. Android умный. Он кэширует где-то у себя инфлейченный layout. То есть если он у вас статический, то есть туда динамически ничего не накидывается, то это время будет реально небольшим. И оно даже, может, не будет бесить. Но дело в том, что когда вы Activity открываете друг поверх друга, у них не дестроится заинфлейченная вьюха, и поэтому возврат назад происходит иногда быстрее, и кажется, что плавнее. Вот. Что здесь хочется сказать? Есть такая штука, как Async Layout Inflator. Его здесь как раз таки можно прикрутить. Возвращаясь назад, вы сразу окажетесь на экране. И вот с этой небольшой задержкой, тем более если еще там Android что-то кэширует у себя, у вас появится весь остальной контент. Так будет круче, так будет перформанс лучше, просто сделать немножко сложнее. Тем не менее, для большинства приложений, я уверен, это вообще не проблема. И, кстати, на многих Activity вы все равно использовали фрагменты внутри Activity, куда без этого, и эти проблемы у вас были. Это просто как такой пунктик, который, как можно улучшить любое приложение. Это проанализировать инфлейт сложной верстки. Возвращаясь к Йонатану. По поводу лицензии. Я надеюсь, что я описал такой подход, что вот теперь у вас не осталось задач, что вы бы могли сказать, что вот раньше я мог это сделать на Activity, но я не понимаю, как я это сделаю на фрагментах. Вот на Activity я сделаю так, а теперь вы берете просто Activity перечеркиваете, пишете flow фрагмент там такой-то, и все, и делаете все то же самое, что раньше. Все работает. И поэтому теперь вы можете мчаться на ваших болидах, обгонять всех соперников, и все будет здорово. Все, спасибо. Костя, спасибо большое за доклад, за эти 123 слайда счастья. Хоть ты на предпоследнем слайде постарался ответить на все вопросы, я думаю, их будет много, поэтому мы сначала подарим тебе нашу почетную грамоту и кружку, которую мне дадут позже, и напоминаю про лучший вопрос. Пожалуйста, вопросы. Привет, спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Все-таки как правильно работает со сплэш-скрином? Ты сказал, что у нас есть window background. Из кода вроде как мы все-таки его можем менять. Вот. И у нас есть такой атрибут, как Windows Splash Screen Content, который доступен с 26-го API. Там, в принципе, все понятно, но вот как жить на вот операционных системах раньше, пока что непонятно. Поэтому я говорю, что с Windows Background мы работаем так, что мы указали в манифесте то, что система покажет нам при запуске. Да, в Activity мы в onCreate берем, переопределяем его, чтобы у нас там цвет бэкграунда был необходимый, чтобы не было наложений, перерисовки постоянной. Динамично мы туда ничего впихнуть не можем. По поводу того, что мы можем подменить какой-нибудь drawable, зависит от нашего приложения. Я не видел, чтобы это еще кто-то реально использовал. Даже Google в своих приложениях, там, когда мы видим toolbar какой-то цветной, а мы думаем, что window background он каким-то сделает похожим на этот toolbar. Такого не происходит, и мы у себя это не использовали. Поэтому window background мы используем только в плане какой-то цвет, либо там логотип компании при запуске, чтобы был виден. Только так. Потом вы просто переопределяете. Да, да. Здравствуйте, спасибо большое за доклад. А где вы? Я здесь. Ага. Я хотел задать один вопрос и набросить про еще одно узкое место. Узкое место — это обработчик хардварной кнопки назад. Потому что в Activity можем on backpress переопределить, а в фрагментах мы не можем, поэтому приходится городить костыли, искать какой фрагмент сверху, какой фрагмент снизу и бла-бла-бла, что в принципе не очень красиво. А это не узкое место подхода. Это ровно так же вы это делаете на мульти-Activity приложении. У вас внутри Activity могут быть какие-то фрагменты. Нажимая кнопку назад, да, Activity должно понять, кому она этот callback прокинет, потому что у вас может быть два фрагмента рядом, какой из них должен его обработать. Я понимаю, я имею в виду, что если мы не используем фрагмент, а изначально одно Activity, одна вьюха, там все, в принципе, становится проще. А вот если мы говорим про фрагменты, неважно, сингл Activity или сингл мульти-Activity с несколькими фрагментами, это да. С одним Activity в плане, когда у нас внутри нет фрагментов, да, все проще. Но если, например, вы хотите что-то показать по кнопке назад, типа вы уверены, что хотите вернуться, тогда вы все равно будете ее обрабатывать. Да. Это та же история, что можно в Activity не кидать ничего фрагментом, кнопку назад, можете в Activity прямо взять фрагмент менеджера и сделать поп. И как бы внутрь ничего не прокидывая. Но в большинстве случаев мы вообще так не делаем, потому что Activity не знает, что за фрагмент выражает. Может, фрагмент нужна эта кнопка назад, чтобы что-нибудь спросить у пользователя, не знаю, там анимацию какую-нибудь, скрыть что-нибудь, фиг знает что. Мы всегда прокидываем текущему фрагменту в контейнере. Мы add практически не делаем, мы всегда делаем replace, и, соответственно, в контейнере мы берем текущий фрагмент, и ему передаем кнопку назад. Если его там нет, да, тогда Activity обработает. Вот, и вопрос. Допустим, мы берем flow фрагмент. Во flow фрагмент, как понимаю, хостит набор фрагментов, которые открываются вместо Activity. Мы открываем первый фрагмент, он полноэкранный, но там есть BottomNavigation. Но по клику на какую-то часть этого фрагмента дочернего мы должны открыть уже фрагмент, который скрывает BottomNavigation. Соответственно, если у нас фрагмент placeholder, он подвинут на этот BottomNavigation, то возникает немножечко беда. Пожалуйста, могу отправить GitFox, изучать, но все даже так. Тут вообще проблема того, как бы вы это делали в Activity. Открывали отдельный Activity, и либо колбеком из фрагмента прокидывали, что «Эй, Activity, скрой BottomBar». Я на Activity так не делал. Вот. Нет, я к тому, что ровно как бы вы это решили на Activity, ровно точно так же вы решите это и на flow фрагментах. Открывалась отдельная Activity без ботом навигации. Здесь откроется отдельный flow фрагмент. Открывался фрагмент, который скрывал ботом навигацию. Откроется фрагмент, который своему паренту, flow фрагменту, скажет: парень, я хочу скрыть ботом навигацию. У нас, кстати, такое есть в проекте. И он скроет. И там будет подписка на изменение фрагмент менеджера, что когда мы вернемся обратно, он опять появится. А вообще вот эти вот кейсы, знаете, когда есть ботом навигация, мы что-то кликаем, она исчезает, потом что-то кликаем, она опять появляется. Я иду к дизайнерам и говорю: ты дизайнер, но не UX. Ну, извините, ну бывает, да, бывает. Да, еще есть момент. Иногда надо понять, что вот тот фрагмент, который открылся у вас поверх ботом навигации, ну, как бы поверх, да, скрыв ее, вероятно, это вообще не экран вашего приложения, а на самом деле это, как оно называется, модальное окно. Вы можете открыть диалог, который будет full screen. И если с него дальше никуда переходов нет, да, то есть модальные окна, мы подразумеваем, что с них дальше переходов нет, только назад. Открыли модальное окно на весь full screen, оно все закрыло, все работает. И тут вообще не фрагмент менеджера, ничего нету. Тут и кнопка назад автоматом будет обрабатываться этого модального окна. Спасибо. Привет. Спасибо, отлично, все структурировано. У меня один вопрос и одно, наверное, дополнение. Первое. Не считаешь ли ты, что хорошая идея было бы следить за жизненным циклом приложения не вон резюме, он паузе Activity, а чуть шире брать он старт и он стоп? Потому что, опять-таки, в мультивиндоу нам все равно нужно реагировать на эти изменения, даже несмотря на то, что у нас выбрано активным другое окно, а не текущее. Я не говорю, что нужно следить вон резюме, он пауз. Я сказал, что теперь жизненный цикл Activity — это жизненный цикл вашего приложения. Ровно то, что написано в документации про Activity, более-менее написано. Мы понимаем, зачем эти жизненные колбеки, и теперь мы их применяем просто к нашему приложению. Приложение на экране, приложение чем-то перекрыто там, и так далее. Ну, то есть я к тому говорю, что на самом деле не так сложно следить за тем, в форграунде приложения или нет, если подписываться на старт и стоп, да, все правильно, потому что они пересекаются. Да. А второй момент — это как раз про дополнение. С инсетами точно так же можно работать не только с клавиатурой и статус-баром, но и вот этими печально известными декольте, которые появились в Android и которые на некоторых девайсах не только сверху бывают, но еще и снизу, да, справа, да, и слева. Именно. Поэтому я и говорю, всем смотреть этот доклад. Да, они могут со всех сторон быть, не только сверху, снизу и разными размерами. И это классно можно обрабатывать как раз. У нас буквально время на последний вопрос. И напоминаю про дискуссионную зону, где вы потом Костю можете смело помучить. Костя, привет. Я первый. Можно стерео, да? Да. Спасибо за доклад, очень интересно было. У меня такой вопрос. Если у тебя в команде 3 человека, ты можешь сказать: эй, типа, мальчики и девочки, пойдем на кофе, теперь мы все на фрагменте пишем, типа, и поехали. Но если, например, ты работаешь в Авито, и у тебя 30 человек в команде, как масштабировать этот подход? То есть ты же не можешь им сказать, что типа, ну все вот так вот. Ну, все pull-реквесты ты не будешь смотреть и что-то пропустишь. Это такая тема, про которую можно рассказать вообще отдельные доклады по поводу того, как переводить старые приложения на новые подходы и вообще стоит ли это делать. Вот. Когда в команде 3 человека или 10 человек, всегда можно договориться про новые проекты. А про старые проекты тут очень сложный вопрос. Он не касается моего текущего доклада. Вообще, стоит ли это делать? Потому что, да, отдельные Activity очень удобно в Legacy проектах, потому что мы не хотим там ничего трогать. Мы вот так вот в одном месте запустили Activity, а вот здесь все, наш рай. Ровно так, на самом деле, мы рефакторили один проект, что вот там вот одно, а вот здесь наш рай, и здесь Single Activity приложение. И вот в нашем раю все Single Activity, мы там шарим только токен, по которому можем ходить, и мы постепенно все перетягиваем сюда-сюда. То есть приходит задачка, перекрасить кнопочку на старом экране. Мы такие, оп, оцениваем как переделку экрана. Мы говорим, потому что мы не можем. Ну, у нас выделяется на это время, что мы должны потратить на это больше времени, чем ожидается. И мы перетягиваем все к нам. Окей, спасибо. К сожалению, наше время подходит к концу. Кость, напоминаю про… Ну, там у парня микрофон, пусть просит. Хорошо. Короткий вопрос, на самом деле. Ты рассказал про множество манифест-флагов, но еще один есть, которым валят джуниоров, Start Activity Mode, который вот… Single task и так далее. Да, я сказал, их можно. Там у меня были запуски, флаги интента, а еще флаги в манифесте, которые мы отдельно можем указывать. Да, и вместе их совмещаем, мы можем совершенно безумные комбинации делать, про которые сразу и не заметишь, что происходит. Хорошо, да. И получается, вот эта вот ответственность, ты бы ее куда переложил как раз? На роутеры, ну и вот на то, что отвечает за навигацию? А ответственность того, как запускается экран? Да. Все зависит от проекта. Я тут сейчас не пропагандирую какую-то специальную навигацию внутри приложения и так далее. У вас есть какая-то сущность, которая за это отвечает. Соответственно, как у нас обычно, у нас должно быть разделение ответственности. Вот она и должна за нее отвечать. С манифестом у нас манифест за одно отвечает, флаги в интенте за другое, еще есть экшн-фильтры. То есть в манифесте часть в интентах не разберешь. А тут удобнее будет, что где-то она будет, скорее всего, в одном месте. Спасибо. Не за что. С тебя выбор лучшего вопроса. Так, лучший вопрос. Но все вопросы были неплохие. Давайте парню, который про скрытие ботом навигации. Я не помню, кто в конце там где-то, да. Видим вас. А от нас еще раз спасибо. И вам спасибо.